Мы тут, короче, приехали на это, банда хулиганы. Хотели вот приехали проверить. Тут, короче, движуха, вся фигня. Есть. Есть авто. Позади меня белый Мерседес. Я скажу, у меня все в кредите, ничего нет. Твою мать, какого хера он достал, блядь, биту? Это быстро все. Да еба. Че делает этот тварь? Да еб твою мать, это ди, блядь, лымарь стал еще. Хайден Коннор. Это, кстати, Василиса какая-то там, по-моему, с контакта. Ну, этого чувака, по-моему, этот, как это называется, прям... Слышь, а схуя ли? Оружие я имею, хорошо. А он что, оружие не будет предоставлять? Тебе кто-то сказал? Ну, так ты сказал то, что ты оружие. Сказал, что у тебя есть. Ну, хорошо. А ну, вот посмотрим сейчас, если скажете, блядь, этот как петух уже ходит, а? Это, вот сейчас посмотрим, если Миша скажет нету, у тебя в принципе еще нету, что оно будет. Че он затих? О, Ростик. Это, о, вот он, кстати. Фина. Опасно. Задратель. Ладно. Что-то мы, пацаны, ютубер... Опа, на! Понял, чё-то. Чё, пацаны, текаем, вы чё? Ну, всё? Ого, ого. Вот это парни, конечно... Нихера себе. Говори себе, пацаны. Охренеть. Если все уехали. Охренеть. Нет, не попал. Канистру могу взять. Ярослав Миронов. Вообще. Ребята, я так думаю, я не пойду его работать. Он немного неудачный получился. Приемщик, бандит главный. Мы тебя, Иван, гоним. А? Что, что? Что-то сказать мне хотел? Сейчас я вам объясню. Ну всё, а что, проблема? Вот так надо? Блять. Вроде так. С трусов, блять. А чё, он ничего не пишет, ничего не это. Ладно. Да, уйди, написал, ты мне что-то. О, блядь, а чё, ещё я его бью. Где Миш? Ай, ладно. Не успел, я вы его заебашил, че не? А, так, о, так вы, о, да, Сёма, правильно, ты достал биту, а, блин, ты не написал, что убьёшь его, ну ладно. Я думаю, тот вообще чёрт ни хрена не написал. Ладно, поехали, ну их нахрен. Поехали. Что-то неудачное собеседование, блядь, получилось. Да, блядь. Чё, куда едем? Руха искать. А, так этому надо паре написать, который только что приезжал. О, опять возвращается. Кто? На оранжевом Мерседесе. Поехали. Подыщи мимо. Тихо, не трожьте его.
Его и так жизнь наказала. Чтоб не бить машину, как говорится. Ну. О, впервые вижу, что нас обгоняют четко прям. Ну, этого пилота я тоже возил как-то. Он постоянно, походу, то ли не долетает до аэропорта, то ли хуй его знает. Лично без самолета. Я его, блядь, помню как-то в серии, ну не в серии, по-моему, помимо серии. Ты знаешь, что делать, Миша? Поехали побыстрее. А, за нами еще этот вцепился на велосипеде. Да ладно, поехали, о чем мы. Да, блядь. Миш, сейчас, короче, это, проезжаешь. Вот правее от меня, сейчас, подожди, сейчас уже. А, ты успел, а тот не успел, блядь. Ёбаный насос. Тихо, красава. Гоните, давайте, я за вами. Ты ж не догонишь нас. Как говорится, замыкающий. Кстати, на почему еду тут? Это некрасиво как. Блядь, на велосипедиста чуть не переехал.